Ребят, всем здоров! Я снимаю, да, через зеркальную камеру, но это все равно нормально. Просто у меня вообще ничего не видно на обычной камере. И у меня 53 подписчика, ребят, это очень много, большое спасибо. И думаю, мне это не нужно. Это мне не нужно, нахрен. У меня теперь 50 подписчиков. Ну, можно как бы исправить. Потерялся фломастер. Да ладно. Ребята, большое вам спасибо. И, кстати, смотрите на бесконечную фигуру. Ой, то есть невозможную фигуру. Правда, невозможно. Ну, ребят, 54 подписчика. А для меня что-то важное. Надо еще поменять, ребят, смотрите. Ой, верх ногами держу. У меня в честь 10 подписчиков сделана такая штука. Кнопка, типа. Нарисованная кнопка. Здесь зеркальная, здесь отражается. Мой канал Тосталь. В честь 10 подписчиков. Она у меня висела во влогах. Ну и, ребята, в честь, у меня 50 подписчиков, да, это вообще, ребята. И я хочу запустить очень хороший конкурс. Не конкурс, ну да, конкурс. Первое место кто победит, я имею в виду. Получит сигну, шапку, аватарку, да, новую аватарку и интро. Второе место, кто победит, будет только аватарка и шапка. Третье место, кто победит, пиар опять и шапка, и аватар, нет, пиар и аватарка. Ну, а четвертое, там пятое место. Ну, и вам сожалею. Сожалею вам очень, если вы не победите. И хотел бы вас спросить. Так, мне менять канал? Ой, то есть название канала. Мне просто не совсем так нравится. Меня смотрят учителя некоторые на YouTube. Это пипец как стыдно. Когда смотришь, тебя еще одноклассники смотрят. Это пипец как стыдно, ребят. Понимаете, это как ваши родные, вы опозоритесь, там ошибку сделаете в видео, а нет, все смотрят и смеются над твоим. Позор, короче, ребят. Ну ладно, ребята, менять ли мне название канала или нет, пишите в комментариях. И самое крутое название канала будет моим названием. А кто придумает мне это самое крутое название, то тому я вручу шапку и аватарку. Ладно, ребят, когда наберется 5 людей в конкурсе, тогда и будет у нас итоги конкурса. Ну ладно, всем удачи, всем пока, с вами был я. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Ставьте лайки. Большой удачи, пока.